Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В данном видео мы рассмотрим систему выпадения предметов с учетом всех изменений. Dota 2, как и во многих играх, не публикуются конкретные цифры шанса выпадения предметов. Это сделано для предотвращения абуза, но это логично. Я вам расскажу все то, что известно игрокам на сегодняшний день. В середине февраля была обновлена система выпадения предметов. Ранее выпадали только наборы и очень редко, невероятно редко. Сейчас вернули одиночные предметы, и шансы выпадения намного возрос. Предметы нельзя передать или продать на торговой площадке, но можно подарить один раз. Используйте это для обмена с другими игроками. Предметы выпадают. После каждого матча каждый игрок имеет небольшой шанс получить предмет или набор. Шанс получения предмета зависит от времени, проведенного в конкретном матче. Победа или проигрыш не имеет никакого влияния на шанс получения предмета. При просмотре турнирных игр, где больше 500 зрителей, есть шанс получить предмет во время события. Первая кровь – убийство курьера. При использовании подарочных инструментов «гифт» во время матча или во время режима зрителя, случайно выбранный игрок получит предмет. Типы предметов. Могут выпадать сокровищницы, наборы, сеты и отдельные предметы. Это после последнего обновления. Но не все предметы из этих категорий могут выпасть. Например, ДК-хук. Он не может выпасть. Ограничения. Игроки, которые получили статус «покинувший игру», не могут получить предмет. То есть, например, вас выкинуло, прошло 5 минут, вам дали статус «покинувший игру», вы не получите предмет. Или, опять же, вас выкинуло, прошло 5 минут, получили статус «покинувший игру», и вы вернулись в игру, доиграли до конца, вы все равно не можете получить предмет, потому что у вас статус «покинувший игру». Далее. Игроки, которые имеют низкий приоритет, не могут получить предмет. Никогда. Поэтому нет смысла играть в низком приоритете. Заблокированный или приостановленный Steam аккаунт не может получить предмет. Steam аккаунт, у которого есть WAG бан в Dota 2, не может получить предмет. Пишите в комментариях. Выпадали ли вам вещи после февральского обновления? И что вам выпадало? Мне, например, в последний раз на днях выпал Mystical Hook на Пунжа. Мелочь, а приятно. Поставь лайк! Напиши комментарий! Подпишись на канал!